Итак, аншабудь, братья, сейчас обзор конференции ЕА на Е3, так сказать. Сука, с какого хуя они начали делать конференции, не пойму. Раньше вроде делали только Sony, Nintendo и Microsoft. Эти суки свою стали сделать. Ну и в прошлом году, по-моему, делали. В общем, совсем, сука, оборзели, во все дыры лезут, сука, все покупают, продают. В общем, я и такая поносная фирма, которая всякое ёбышное говно делает, сука, для дебилов. Типа The Sims там, или такой параша, или там всякого вот спортивной хуйни, она меня бесила, сука, еще на Сеге. DTE Sports, блядь, сука, 3 квадрата, кружок, нахуй, блядь. А Sony сейчас пиздила, это еще аппаратура у них, и, блядь, и у 3DO твари вот это вот. Кружок, квадрат, прямоугольник. Ладно, неважно. В общем, сука, бесило, сука, своими, блядь, спортивными играми, сука, блядь. Сука, блядь, а игры, когда достаточно низкого качества, большинство, что они там хуячат. Но иногда хорошие есть. Попадаются, типа, Mass Effect. Ну, так сказать, они же как бы издают, да? Они же не делают большинство игр. Суки, сами-то вот те, которые они сами делают, у них говно одно получается. Сука, пиздец там. Ладно, неважно. Ну, одна игра, тут пару игр только у них только. И то, которое и так было известно, что за игры там нахуй. Там Mass Effect, там Battlefield, там и все, что там еще-то. Ну, то есть, ну, просто пиздец. Ну, Mass Effect, ну, пиздец, показали нахуй одного босса. Ну, тот же Mass Effect 2, только еще более валдорное, так сказать. Его выдвинули так на открытое пространство. И более детализированная местность, так сказать. Ну, потому что, как бы, больше там улучшать-то нечего. Потому что локации там были бедные всегда, даже и в Mass Effect 2-то, собственно. Аншабдуль. Вот. Ну, и, собственно, Reaper этот, короче, она изначально, сука, эти твари тут проговорились, сволочи, что изначально ее как трилогию задумывали, суки. То есть народ объебывать собирались аж 3 части уже изначально. А потом еще, блядь, и сериал сделают, нахуй, и ремейк. Сколько можно, блядь, уже нахуй. Сука, ничего нового придумывать им не могут, только на доллары все жируют, блядь. Сука, спиздили нахуй. Gears of War какой-то сделать, ладно, неважно. Но все равно хорошая игра, конечно же, Mass Effect. Хотя мне первый не очень нравилось. Я даже не сразу прошел там. Помню, только через сначала играл, потом через год только вернулся и прошел. А вторая нормальная, да, одна из лучших игр года. Да. В общем, сука, пиздец. Аншабдуль. В общем, собственно, и дальше начинается у них там всякая параша совершенно. Очередные Need for Speed, эти ебаные, сука, не блевать откуда. От них охота даже от одного названия, сука. И думаю, всем тоже. Сука, они заебали уже, сука, 100 частей, блядь. По полгода в одну серию выпускают. Сука, как они заебали, блядь. Ничего нового, сука, опять придумать не могут. Эксплуатируют. Одно и то же, сука, бабки им, доллары подавай, блядь. Сука, это пиздец. Вот, сука, пиздец, блядь, сука. Да, а вот они, похоже, делают Звездных войн опять. К Knight of the Old Republic. Это пиздец игра была, это самая охуенная РПГ была, да? Потому что до нее был только Fallout, где возможность выбора имела значение, свобода выбора. Можно было плохим быть, можно было хорошим так быть. И да и после Fallout ничего не было, и все так фанатели от Fallout. И вот вышел вот, GD Academy, или как их хуй знает, Knight of the Old Republic, и там пиздец все охуели. Там и графика крутая, и в 3D, и свобода действия круче, чем в Fallout, и он видоизменялся персонаж. В конце там можно было убить всю собственную команду, да, которую как в Mass Effect собирал, ее там можно убить, если ты плохой становишься. Это охуенно было, и прошел, естественно, сука. Вторая часть уже хуже была. На первом Xbox, да, эксклюзив, типа. Охуенная игра, блядь. Вот, блядь, сука, ну там пиздец, блядь, это, сука. И опять вот эта спортивная хуйня, конечно, не бесит, как Наруто объебывают, вот это, сука, футбольчики, сука, нахуй, мячики, блядь, сука, кому нахуй надо, блядь, сука. Сука, пиздец, блядь, это абсурд, блядь, играть в спортивные игры. Причем на геймпаде еще, ладно, еще Kinect, да, какой-нибудь, приходящий либо. Это кому это нахуй надо, блядь, спортивная эта хуйня, сука, пиздец. Я всегда просто блевал, блядь, нахуй, сука. От этого, блядь, сука, в спортивных играх, что, блядь, на Денди, что, блядь, на Сеге, пиздец, они их продолжают делать с тешими марками, с Денди, блядь, сука, переименовывают 2012-2016 год. Твари, блядь,
Пиздец, блять, а? Да. Сука, пиздец. И вот это спортивное говно, вот это пошло, сука. Берут, блядь, добавляют там, нахуй, двух игроков, вот вам новая игра. Чуть движок корректируют. Просто пиздец, там привлекли для пиара каких-то уродов вообще, сука, блядь. Один тут урод такой, обезьяна вышел, сука, в татуировку, как урод. Просто смотреть противно, сука. Что-то с зубами у него, сука, пиздец какой-то известный там. Сука, пиздец, они, блядь, пидорасов, педофилов привлекут, лишь бы свое говно продать. Ой, Симс, блядь, нахуй. Конечно, Симс, типа, от которой педофил номер один в России фанатеет, да? А он, на самом деле, не играл в него, и понятия не имеет, как играл. Видимо, у него жируха играл, и он поэтому Симс защищает. Их даже на виртуалити когда выступал, его по ошибке позвали туда, где он опозорился. Он, да, типа, пиздил на мейнстр, что нельзя такие игры обсирать. Учил там, нахуй, со своим уставом пришел, что нельзя такие игры, как Симс, обсирать. Потому что он долбоеб, он во-первых, сам бы никогда не додумался, как играть Симс. Что и даже я в них не додумался, сколько не играл, вообще не понимаю, что там смысл, сука. Для больных каких-то покемонов делают, сука. Хуй знает чего. Пиздец, блядь, сколько уже времени, сука, это просто время убивать, нахуй, сука, она ничего не производит. Это просто вот, и теперь у него Sims Social выпускают, типа веселая ферма для Фейсбука, нахуй, прочей хуйни. То есть пиздец, блядь, до чего скатиться, нахуй, в такое говно, сука. Блядь, пиздец, до Фейсбука скатились, нахуй. Блядь, веселой фермой, нахуй, сука, только с Симсами. И, блядь, сука, ну пошла, нахуй, сука, и всякая еще хуйня там. Чё там, блядь, так, блядь, сука, хуй, чё, блядь, тролли всякие, гоблины. Ой, блядь, ой, Аньшабдуль. Блядь, а. Так. То есть хуйню какую-то там, хоть про рыцаря ещё замутили. Ой, блядь, блядь, ай, блядь, сука, твари, блядь, а. Ай, пошла нахуй, там, сука, какая-то хуйня, Brothers in Arms. А, Brothers in Arms, блядь, была хорошая серия, сука, блядь. Самая лучшая игра Второй мировой войны, то есть не сравнить со всеми Call of Duty-нами, там, пиздец с чем, с Medal of Honor, потому что она была реалистична, да. Вот полный реализм, как бы они реально воевали, там, подавлять противника, обходить тактически, масштабных сражений не было. Я все чести прошел, вдоленная игра, они взяли, сука, из нее мультяшную хуйню сделали какую-то. Пиздец, да, причем геймплей даже не показали. Нахуй вы, уроды, показываете игру, блядь. Если геймплей вы не показываете, сука, как Sony, блядь, творят. Сука, пиздец, стелс, ёбаный стыд, сука, хуй. Сука, блядь, в стиле No One's Life Forever, блядь, сделали, да, знаете, такая игра. Там прошел чистящий, добротный шутер был такой. Раньше. Сука, пиздец. Отвратительный совершенно дизайн ублюдочный, сука. Блять, ретро, блять, футура какой-то, нахуй. Пиздец. В общем, ничего. Вот и Battlefield, наконец-то, нахуй. Battlefield, естественно, ничего не... А, 24 октября, что ли, выходит? Ну, естественно, да, она будет охуенная. Ну, блять, ну, даже не хуже Crysis, а то и лучше будет, да? Естественно, она под приставки будет заточена, как мы теперь выясняем, сука. Когда, блядь, нахуй на PlayStation не выходит, эти Sony, блядь, говорят, у нас, типа, самая крутая версия будет на PlayStation. Ну, блядь, пиздец, нахуй. Ну, конечно, блядь, не стоит ждать ничего с компа, что там круче, чем будет. Ну, блядь, ну как Battlefield Bad Company, да, будет? Нахуй, опять, я не знаю, будет ли там ограничение. Да, наверняка будет ограничение на 32 игрока, как бы Bad Company 2, чисто из-за приставок. А вообще, конечно, эти Call of Duty, они продвинулись, Battlefield'ины. На приставках очень сильно, вот с момента выхода первого еще Bad Company, то что было до этого, вот был Battlefield, да, 2, и вышел ремейк Modern Warfare, да, Modern Combat Battlefield на Xbox, там, когда такая приставка только вышла, через год, что ли, и это такая жуткая параша, пиздец, была там до 16 или 12 игроков ограничения было, карты маленькие, хуй знает что, блядь, сука, и от нее блеваться только и сраться, блядь, а вот Bad Company 2 нормально сделали, вот сейчас вот завершение эволюции, они, сука, решили, блядь, опять, сука, забрать последний эксклюзив у ПК, нахуй. Последняя игра мультиплеерная, да, была нормальная, компьютерная. Хотя она уже не котировалась после выхода Bad Company 2. Но все равно, вот ищут, сука, и на приставке захуячить ее, блядь. Аньшабдуль. Пиздец, вот. И показали всего лишь одну сцену с танками. Ну, собственно, ну, нормально выглядит. Это по-любому лучше любого флешпоинта, Dragon Rising'а, Редрайвера,
Даже Армы 2 уж тем более лучше сравнить, да, это Battlefield, ебанутая буратинная нахуй. Арма, где диджей артификсы ходят, как и рубанки выстроганные поленами, сука, с моргалами. Хуй знает что, блядь, как роботы ходят. Сука, пиздец, блядь, все тормозит, нахуй. А тут нормально выглядит, радистично, там, и при этом на какая-то грань найдена между Call of Duty и реализмом, да? Ну, то есть, типа, как типа Operation Dragon Rising, только еще, наверное, может, даже по аркаднее будет. В общем, так, ну и нормально, так, сука, пиздец. Анши Абдуль брать, то есть, пиздец, это на фриставках, естественно, все так же будет выглядеть абдуленно. То есть, Анши Абдуль, блядь, ну вот только две игры, блядь, показали, нахуй, сука, фактически. Mass Effect 3 и так было, и вот эта, блядь, конференция ебаная, всякую парашу гноем залитую, сука, запихали вам, нахуй, жрите, сука, за ебаные, блядь, сука, FIFA 515, ебаная, сука, Sims, блядь, социал, нахуй, блядь, сука, и смотрите на ролики хуйни какой-то, блядь, трейлеры, блядь, без геймплея, сука, пиздец, блядь, сука, всех объебывают на доллары. Сука, нахуй, блядь. Даже и комментировать больше надо. На 15 минут тут обзор уже тут не хватает. Да. Сука, да. Пиздец. Ну, по крайней мере, тут, блядь, Sony блядями не воняло, и это хорошо. Вот так вот. А главные суки-то какие? У них там конференция Xbox, они там своим Mass Effect'ом выебнулись и не показали геймплея никакого, сука, то как выбираешь голосу, а тут, сука, типа у себя, нахуй, типа, себе, нахуй, припотрошили, нахуй, геймплей, сука, и показать, типа, о, сука, нахуй, блядь, Mass Effect, блядь, его и так будут покупать, хули вы это, тут его рекламируете, только он, нахуй, на спойлеры, или, блядь, параши, теперь ясно, там Шепард будет, а то же не ясно было, Шепард, не Шепард. Там об этом раз же не говорили. Как вот солдата вообще показали тизер. Полудохлого там. Да. Ой, да, они, кстати, они уменьшили количество команды, я где-то читал. Сначала хотели 20 вообще сделать, потом уменьшили, потому что это пиздец было. Нахуй доставлять столько, блядь, нахуй, сука, а? Блядь, пиздец, блядь. Ой, блядь, сука, SSX, вот это они делают, блядь, 3, SSX 3, это охуенная игра, это просто пиздец, или какая-то новая часть, да, вот на Xbox я прошел, нахуй, пиздец, я понял, вторую часть на PlayStation 2 играл, прошел, это пиздец, он круче Тони Хавка, да, блядь, сука, нахуй, блядь, сука, пиздец, блядь, а. Ну, блядь, ну, сука, нахуй, блядь, сука, пиздец, блядь, а. О, блядь, ну, блядь, это, сука, нахуй, блядь. Сука, на доллары, блядь, все, нахуй, сука, на доллары, блядь. Ну, это, блядь, сука, ну, блядь, это, сука, нахуй, блядь. О, блядь, ну, это, блядь, нахуй, сука, блядь. О, блядь, сука, ну, блядь, ну, сука, нахуй, блядь, нахуй, блядь, нахуй, нахуй, блядь, нахуй, блядь, о, блядь, нахуй, сука, о, блядь, нахуй, сука, а, главное, да, Battlefield, сука, пидорасы, они спиздили из Терминатора, нахуй, этот спецэффект, нахуй, этот пикселизация, нахуй, это, сука, так нагло спиздить, мне плевать сразу же захотелось, после когда они тизер показали, да, этот Battlefield, я, сука, пидорасы бездарных, аж хотелось руки пойти поотрубать им, ну, взять нагло трейлер Терминатора, блядь, и спиздить все, нахуй, вот эти, сука, хуйни. Спецэффекты, нахуй, да, блядь, даже музон спиздили, да, и вот этот спецэффект капитализации, выключения монитора, знаешь, такими бездарными тварями быть, чтобы это спиздить, суки, а, на кого они рассчитывают, блядь, сука, о, блядь, сука, на доллары все спиздено, блядь, на доллары, блядь, на доллары, Аншабдуль.